Играть. А, ты чё тут на меня гавкаешь, пёс? Слышь, перья прибери. Что это такое? Подумаешь, обосрался. Могу себе позволить. Слышь, пёс, ты на кого гавкаешь? Я тебя сейчас моргалы выколю, хаски-то недоделанная. Сюда, конус мне. Конус мне. Слышь, псина, это ты на меня там гавкала? Я за тобой уже выехал. И всем привет, дамы и господа. Сегодня мы станем маленьким котом в большом городе. Желаю всем приятного просмотра. Поехали. Полетел. Да что, грача? Отпусти птицу. О, и где это я? Вот так примерно у меня кошка и появилась. А вот так примерно и пропала. Так, ну чё... Welcome to большой город. Я нашел тапок. Пошли обувь выкинем. Вот так примерно и пропадают вещи из дома. Опа, это же традиционный стаканчик. Иди сюда. Опа. А ты чего вообще шкет приуныл? Ну что это у нас тут случилось? Тебе помочь разрисовать? Вот так вот немножечко этой красочки. Немножечко... Ого, хватит колбаситься. Вот так вот. Не хватает вот этого цвета. Я сказал вот этого цвета. И вот сюда. Я считаю, что это шедевр. Это шедевр! О, ты смотри, смотри. И вот так вот еще обокрасим. Как нарисовать член? Лапками. Помоги, что ты встал? Да хватит топтаться на мне. Ты можешь принять рисунок? Ты чё флексишь вообще? Я тебе поговорю, помоги мне, а ты тут тектоник свой начал танцевать. Совсем дурак. Стал танцует. Ладно, пошел я отсюда. Раз моя помощь больше не нужна. Где выход у тебя? О, грач. А, ты чё тут на меня гавкаешь, пёс? Слышь, перья прибери. Что это такое? Подумаешь, обосрался. Могу себе позволить. Слышь, пёс, ты на кого гавкаешь? Я тебя сейчас моргал и выколю, хаски-то недоделанная. Сюда, конус мне, конус мне. Слышь, псина, это ты на меня там гавкала? Я за тобой уже выехал. Все, считаю, я приоделся. Теперь я милый и ушастый. Вискас, давай гони. Где ты еще такого котика увидишь? Вот неблагодарный. Ну-ка. Подайте денег коту в ворошайке. Сука, не работает. Вот как себя пропитать в большом городе, когда все такие равнодушные? A few moments later. У тебя есть бутерброд, я все вижу. Гони сюда. Ой. Тебе помочь? У вас тут телефон украли. Ах ты... Дурной, блин. Сам упал, сам кидается. Ну, тебя я точно не прощу за такие... Догони теперь. Короче, у меня есть теперь план. Я буду его придерживаться. 5 minutes later. Так, ну что ж, дамы и господа, если вы хотите увидеть самого главного барыгу и гопника на этом районе, то это буду я. Продаю телефоны дешево, недорого, новые, свежие. Одной модели, кажись, все. Ну ничего страшного, 1000 гривен. О, подожди. Телефон я не могу упустить, сори. Все потеряно. Ты слышишь, ты куда пошел? Это мой смартфон. Не трогай. Барьё пришло, значит, бесплатно забрало. А мог бы и купить. Ой. Ты что сделала? Ты что сделала? Ты меня понюхала, что ли? А зачем? Какие-то странные вот у вас люди проживают, ну-ка. Так, а кто это у нас тут застрял такой? Кто это у нас такой интересный? Кто это у нас тут сидит? Ну-ка, ну-ка, кто это, кто это? Я не вижу. Ну ничего страшного, готовь жопу. Вот так вот выглядит кошачье проникновение. О, я чисто позер.
Давай, давай, какую позу принять? Опа, давай, сфоткай, фоткай. Погладь меня. В смысле? Ой, почему ты на меня наступила вообще? А ну встань. Харай позориться. Алло, фристайло, макамакафо. Зафлексился. Пошли, нам телефон надо быть. У нас работа ждет. Этот город требует жертв. И жертвой вы будете первыми. Алло, волшебство, магия. Как покинуть этот болото? О, все, я выбрался. Я уже думал, что я там погибну. Я, по-моему, промазал. Так. Куда ты летишь, мой попугайчик? Опа. Приземляйся. А можешь поближе присесть? Не настолько поближе, конечно. А как мне туда за тобой пойти? А вылети, пожалуйста. Мне нужно крылышко твое. А ты не трогай мяч. Дурной, блин. Кто тебя вообще просил пинать его? Не пинай мяч. Вот ходят всякие, мячик трогают. У меня тут футбол, между прочим. Важный матч, чемпионат мира России и Испания. А тут, получается, какой-то... Подходит женщина, итальянка. Забивает мне мяч в ворота. И вот разгоняется, сейчас будет пенальти. И он промахивается. Как же так? Сейчас. Опа, гол! Юху! Ну и кто тут главный футболист на районе? Естественно же я, Кэджаба.